Xiaomi Mi A1 на чистой версии Android засветился в бенчмарке. На этой неделе компания Xiaomi официально объявила, что 5 сентября, то есть сегодня, в Индии будет представлена новая линейка смартфонов. Производитель намекнул, что грядущий девайс получит флагманскую двойную камеру. По имеющимся данным, Xiaomi представит смартфон Mi A1, который окажется специальной версией Mi 5X. Главным отличием новинки должно стать то, что девайс станет первым смартфоном компании с чистой версией Android вместо фирменной прошивки MIUI. Новая утечка раскрыла часть технических характеристик Xiaomi Mi A1. Xiaomi Mi A1 был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, благодаря чему стало известно, что аппарат будет работать на Android 7.1.2 Nougat и в нем будет установлен 8-ядерный процессор Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти. Сообщается, что Xiaomi Mi A1 будет создан в рамках программы Android One, созданной компанией Google для выпуска недорогих смартфонов с чистой версией Android и регулярными быстрыми обновлениями. Ну, в общем-то, это очень даже логично. Зачем производителю смартфонов тратить деньги на производство собственного программного ПО, когда этим может заняться Google? В принципе, это даже на пользу покупателям, так что мы только за. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!